Делать Архангельск чище – главная цель предприятия спецавтохозяйства по уборке города. Как правило, за одну неделю компания вывозит до 800 тонн мусора. Ежедневно на уборку территории, ликвидацию свалок и плановый вывоз отходов выходит 20 единиц техники. Сейчас спецавтохозяйство выходит на новый уровень. Начало октября мы готовы будем предложить нашим контрагентам перейти на евроконтейнеры. То есть все необходимые процедуры по переходу, по приобретению евроконтейнеров нами уже проведены. В настоящее время мы ждем только после того, как завод, который их производит, он будет выведен на после каникул в работу. Однако новые евроконтейнеры не единственное пополнение. Портал «В чистое будущее города» появился у компании. На профессиональном языке так называется задняя часть мусоровоза, которая экономит время при уборке мусора и вмещает в себя около 100 полных контейнеров. Он у нас высокопроизводительный, то есть может загружать до 100 контейнеров за один рейс, вывозить их на свалку, бумажки с него лететь не будут. Соответственно, более экономичный, более прогрессивный мусоровоз. Также он может загружать 8-кубовые контейнера, которые стоят у нас тоже много где в городе, и делать это быстрее и чище, чем предыдущий мусоровоз. Сейчас новая техника вводится в эксплуатацию. Дело осталось за малым – установить новые контейнеры. И тогда, по словам специалистов спецавтохозяйства, работа пойдет быстрее и качественнее. Екатерина Исакова, Ольга Красулина, Архангельское телевидение.